Для сооружения каменного склепа древние греки выкапывали котлован и возводили внутрь стены. К сожалению, свод не сохранился. Его остатки ученые обнаружили рядом со склепом. Гробницу разграбили еще в древности, а часть конструкции разобрали. Раскопки сопровождались интересными находками. Самая древняя из них – монета, датируемая 3 веком до нашей эры. Неоднократно в восточном некрополе были обнаружены захоронения лошадей. Эти комплексы можно связать с воинской культурой.